Внесение изменений в городской бюджет, перераспределение средств и корректировка городских программ. Основной блок вопросов внеочередной сессии Бендерского городского совета. Заседание депутаты провели под занавес уходящего года. Основной блок вопросов – бюджетный. Городской бюджет – главный финансовый документ города. В течение года менялся не раз. Плановая сессия прошла, но есть срочная необходимость внести корректировки. Местный бюджет – документ обширный. Здесь заложены средства по всем сферам жизнедеятельности города. От экономики и ЖКХ до социальной и культурной сферы – все на постоянном контроле. Меняется республиканский бюджет, вносятся изменения и в местный. Есть они и в доходной, и в расходной части. Доходная часть местного бюджета уменьшена. Это связано с неисполнением плановых доходов, поступлений от местных налогов и сборов, имеющих целевое назначение, в частности, целевой сбор с граждан на благоустройство территории города, села, перевыполнением плановых доходов по налогу на содержание жилфонда объектов социально-культурной сферы благоустройства территории города, перевыполнением плановых доходов по целевому сбору на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села, поселка и перевыполнением по плановым доходам, не имеющим целевое назначение. До внеочередного заседания проведены необходимые расчеты, сверены цифры. Постоянные депутатские комиссии не раз заседали в срочном, внеплановом режиме. До этой сессии провели не один президиум. Работали во взаимодействии с госадминистрацией города, в том числе с программами, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Бендер. Депутаты и нашей комиссии, и городского совета в целом контролируют работу МУПа, финансово-хозяйственную деятельность, вносят свои предложения, коррективы. Наши предложения госадминистрация учитывает, муниципальные предприятия также. Муниципальные предприятия отчитываются перед городским советом ежегодно, предоставляют программы. Итак, по каждому направлению. Какие бы изменения ни вносились, в первую очередь учитывались социальные обязательства перед бюджетными организациями, жителями города, льготниками, зарплаты, пенсии, выплаты работникам бюджетных организаций – все всегда вовремя. Городские власти анализируют результаты, строят планы на перспективу. В завершение сессии – благодарность госадминистрации, депутатам и сотрудникам аппарата совета, городским службам и предприятиям. И главные выводы по итогам общей работы. Все вопросы, которые были на повестке дня, мы их рассмотрели, вынесли по ним решение совместно с госадминистрацией. Я считаю, что те вопросы, которые поднимались, не были реализованы, являются теми пунктами нашего плана работы на следующий год. Хочу сказать, что в самом деле плановая и поступательная работа в последние годы госадминистрации городского совета, она на самом деле дает свои результаты, которые сегодня видят горожане. Сессия завершилась, но работа продолжается. Планы городского совета и администрации на следующий год уже готовы. Они помогут сформировать бюджет города на 2024 год.